Я не умею плавать на мели. Мне сложно в чем-то быть наполовину. С опаской я гляжу со стороны, как кто-то может чувствовать в полсилы. Они всегда открыты, держат дверь, встречают, провожают. Все им просто. У них не остается след в душе от каждого последующего гостя. А как по мне, так лучше уж не быть. Чем быть чуть-чуть, дарить себя частями. Мне проще разорвать вот эту нить, что тормозя скрепляла с якорями. Уж лучше уходить, когда никак. Когда от скуки или по привычке. Я думаю, что стоит раз в затяг, чем каждый месяц вновь бежать за спичкой.